ГТРК «Татарстан» и «Русфон» продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. На прошлой неделе мы рассказывали о Кристине Николаевой с пороком сердца. Благодаря телезрителям ее прооперировали. Девочка готовится к выписке. Помощь нужна и Диме Скопину. У него ДЦП. На лечение в Москве необходимо 198 тысяч рублей. Помочь можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей. Когда с 5-летним Димой старшая сестра Ариадна, он успокаивается. Вместе они часами могут играть в развивающие игры, читать, гулять. Но случается это не так часто. Дима постоянно в разъездах. У него ДЦП, приходится лечиться в центрах других городов. Тревогу забили, когда мальчику было полгода. Он не переворачивался, не хватал игрушки. Спустя года так и не смог самостоятельно встать на ножки. Помочь смогли в одной из московских клиник. Он ходит, он играет, он сейчас понимает, он сейчас кушает, он не мог на кухню идти. Сейчас вот мы ему говорим: Дима, идем кушать, он бежит сам, садится за стол, берет ложку. Родители Димы не сдаются. Следующая цель, чтобы мальчик начал говорить. Это вполне может стать реальностью, говорят врачи, если лечение продолжить. Но оплатить следующий курс нет возможности. Почти вся зарплата мамы и папы уходит на массаж и занятия с логопедом. Я хочу, чтобы Дима, он выздоровел, и чтобы мы с ним смогли играть с обычными детьми. Терапия поможет улучшить моторику, сформировать навыки обслуживания в быту и, самое главное, развить речь. На следующий курс необходимо 198 тысяч рублей. Помочь собрать деньги можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Русфонда. Карина Насрудинова, Александр Решеткин, «Вести Татарстан».